Мы были поинтереснее. Не знаю, первый там 2-0 выигрывали, видно. Чуть-чуть успокоились. Что-то. Думали, можно на контратак как-то сыграть, может. Они раскрыли. Они более первый там закрыто играли, а второй там больше мы закрыты. Наверное, мы пытались второй там сыграть на контратаке. После матча с «Металлургом» президент в раздевалке просил из задачи. Я имею в виду не счет, а поехали. Да, я думаю, да, ну как, это кубковая игра. 2-1 выиграли, все, на финале. Какие могут быть? Сегодня было все, и крови, и карточки, как, насколько было сложно сегодня? Там не ожидали этого, поэтому что не по команда, которая не может уже занять первое место, и остался только кубок. Сыграли хорошо, мы были готовы на такую игру. Думаю, что первая игра, первый тайм сыграли на уровне «Шахтера», очень хорошо сделали, очень много моментов, забили 2 гола. Но второй чуть-чуть упали, потому что у нас 3 дня назад была очень тяжелая игра, и футболисты даже устали. Поэтому поздравляю команду с выходом в финале Кубка Украины. Все это была наша задача, и будем бороться за золото в финале Кубка. Дарья, откуда столько эмоций в этом матче? Это же даже не финал. Не финал, но я вам уже сказал, Днепр такая команда, которая, когда играет с Шахтером, всегда это дерби. Поэтому даже спорные моменты были, когда играли с Днепром на выезде, когда выиграли 1-1. Мне выиграли сегодня Селезнева. Ну, такие эмоции, наверное, украинский дерби. Ты сегодня персонально играл против «Коноплянки» или так получалось? Поэтому будем готовиться, хотим выиграть все до конца. Конечно, специальный настрой будет на финале Кубка Украины с «Динамо», поэтому мы хотим реванш и хотим взять еще один трофей. Поздравляю с выходом, инициировать встречу, как-то выйти на разговор с самыми преданными фанатами. Ну, встреча, я думаю, будет, но это надо тоже договориться. Последний раз только хотелось начать делать такой день. Да, ну да. Не, ну, настоящая кубковая игра, полуфинал, то есть соперник тоже настраивался. Ну, конечно, не вспомню, давно такого не было. Хорошо, что хорошо закончится. Почему ты не предпринял попытки забить мяч, когда ваш штука побежал в штрафную, и поймал мяч, можно было через секунду? Ну, знаете, там я не видел сначала, то есть, ну, надо было. Ну, там борьба была, то есть, тяжело, я не видел, это на повторе нужно. То есть, там все оно динамично было, то есть, ну, просто, ну, я видел уже, как Ярослав. И поэтому, ну, это чисто вторая желтая, которая у него была. Как он там раздевал? Ну, тяжело, конечно, то есть, в шоке немного. Зашивать придется? Да, да, там рассечение хорошее. Перед финалом с «Динамо» теперь... И так понимает, то есть говорит, что мы там это, то есть понятно, мы обязаны, это финал Кубка. То есть независимо, да, мы там проиграли им 3-0, реванш, не реванш, это финал Кубка, мы боремся за Кубок. Это в первую очередь, мы должны бороться за Кубок. А кто соперник, имеет значение вообще для команды «Динамо»? Не, ну... Не увидел кровь. Для тебя лично этот матч... Ну, все матчи с «Шахтером» принципиальные, да? Для меня лично каждая игра принципиальная, не только матч с «Шахтером». Просто «Шахтер» — это очень сильный соперник, на который настраивается немного больше, чем на другие команды. «Шахтер», надо, конечно, поздравить с выходом в финал, это очень сильный клуб. Сегодня повезло чуть больше им, но я думаю, что становление Днепра в будущем, не в следующий год. Сегодня получилось так, что мы проиграли. Скажи, в последнем туре «Шахтер»... Я об этом не знал, сколько раз проходил, сколько не проходил, но слепой жребий вывел нас в Донецк играть.